Всем привет! Зацвела у меня вот такая вот сафровая лилия Катлея. Покупала я ее в прошлом году, в январе, то есть она у меня год всего лишь. И вот у нас такое пышное цветение за год. Вырастила она мне вот эту вот псевдобульбу, она повыше. Она повыше и зацвела раньше. У нее здесь открылся сначала вот этот вот цветочек. Он уже немножко оранжевый стал, да? И потом уже вот этот. И там у нас еще один бутончик. Я думаю, может быть, влаги не хватало, поэтому вот этот рос позже и как раз пришелся на осень. Потом на зиму, и у него были бутончики очень приземистые, вот здесь вот. То есть, если у этих ножка, да, вот подлиннее у цветочков, да, цветоножка, то у этих бутоны торчали вот прям сразу вот, вот отсюда вот. Это сейчас они уже так подтянулись, я его стала поливать, насколько это возможно, чаще. Я надеюсь, цветочки распрямятся. Он с этой стороны такой оранжевый. Немножко оранжеватый, красно-оранжевый, да? А с этой стороны, если смотреть, он довольно-таки красный. Алый такой. Вот именно аленький такой. Аленький цветочек. Ну, камера, как всегда, такие цвета не передает. Он прям такой огненный. Вот как на огонь смотреть. Там, где вот желтая с красным. Вот что-то вот в этом роде. И блестит. И цвет у него такой красивый. Не пахнет. Почему же они у меня не пахнут? Но у меня есть одна Катлея, которая никогда не пахла. То есть она у меня очень давно. Ну как, не очень, но давно, лет 5, наверное. И никогда она не пахла. Может быть, сделать про нее видео. А вот в этом году она запахла. Нет, я запаха не слышу. Я не помню, когда я ее покупала, был ли у нее аромат. Да, то есть получается, что это у нас первое цветение домашнее. Покупала я ее, вот не помню, с цветком или нет. То есть там были несколько вариантов. И я сначала взяла один, но там было какое-то неправильное название. И я забыла, как зовут нашего члена клуба. Мужчина, он мне свой предложил что-то за $5. А тут я собиралась купить уже цветущим за $10. Он говорит, там название неправильное. Вот здесь вот правильное. Возьми у меня, я тебе даже со скидкой дам. В общем, я ее купила всего лишь за $5. И вот я нашла, что это у нас такое, кому интересно. В принципе, это можно и в интернете найти. Вот такой вот гибрид. Что у нас там в процентах обычно, да, пишут. Косей на 28%, да. Так, что я тут про нее еще писала-то? Как называется она, конечно, будет написана под видео. Вот я даже записала 500 йен. Это чуть меньше, чем $5. Сидит она у меня, как практически все у меня Катлеи сидят. Глиняный горшок и мох. Я вот даже не помню, может, я его не пересаживала. Как дядька у дядьки купила, так оно у меня есть, потому что там вот некоторые так садят на донышко. Кладут черепок вот. Правильно я говорю, черепок отбитого горшка кусочек, да? И он, получается, донышко вот так вот чуть-чуть прикрывает, да? И воздух проходит, и сверху уже накладывают мох и в него сажают. Вот честно, я не помню, это моя посадка или это так и было. Ну, в принципе, я тоже так сажу. И вот он уже начинает вылазить из горшка. Наверное, весной его пересажу в больший. В общем, вот такая вот у меня
Еще раз смотрим. Сафроваэлия котлея. Расцвела.